Всем привет, дорогие друзья! С вами Дед Намбат. Да-да, это я, собственной персоной. Не ожидали, что вот так вот выйду и поздравлю вас с Новым годом? Так вот, у кого-то Новый год уже наступил, у кого-то еще только наступит. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку меня в этом году, за ваши лайки, просмотры, комментарии, всем тем, кто помогал в развитии канала. За этот год канал набрал более 1000 подписчиков. Я не ожидал такого роста на самом деле. Это все благодаря вам. Значит, вам нравится то, что я делаю. Как вы могли уже заметить, к концу года у меня совсем не стало времени заниматься развитием канала. Это все потому, что я решил плотно заняться изучением новой для себя удаленной профессии. Сейчас уже модно, все дистанционное. Так вот и я в ту же степь. Надеюсь, в новом году получится совмещать и работу, и канал. Надеюсь, мы с вами будем видеться чаще. Но если я пропаду на какой-то период, то хочу, чтобы вы знали, что я не планировал насовсем забрасывать канал. Рано или поздно я вернусь, особенно учитывая тот факт, сколько сил было вложено в его развитие. Хочу пожелать вам, конечно же, здоровья. Это сейчас актуально в наше время. Но также хочу пожелать вам самого главного в жизни, по моему мнению, это удачи. Вы спросите, почему так? Вспомните историю с Титаником. Там пассажиры были все здоровы, но им не помешало бы немного больше удачи, чтобы избежать столкновения с айсбергом. Именно поэтому в каждом видео я желаю вам именно удачи. Не судите строго, ведь это все-таки мой первый опыт в качестве видеоблогера. Я еще раз хочу вас поздравить всех с Новым годом, с январскими праздниками. Хочу всем вам еще раз пожелать успехов, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, удачи. Куда же теперь без нее? Вы же знаете.